Аким города Кайрат Бегимов вышел в свой первый прямой эфир в Инстаграм в новой должности. В рамках часа Акима новый глава города ответил на вопросы тимиртаусов и рассказал, что уже успел ознакомиться с основными проблемами. За эти дни прочитал в соцсетях наболевшие вопросы горожан. Они мне знакомы. Основная часть касается благоустроительных работ. Упреждая вопросы, скажу, что в этом году выделены средства на ремонт дорог и дворовых территорий. Установка детских площадок будет разыгран конкурс на... В этом году будет 31 детская площадка установлена. Но в основном это идет в центре города. Как пояснил Аким, 17 августа в Темиртау возобновили свою деятельность 205 объектов предпринимательства. В 21 детском саду открыты 83 дежурные группы. Несмотря на усиление карантина на период выходных дней, в городе продолжит функционировать общественный транспорт, а также открытые рынки. А вот объектам бизнеса придется на выходных отдохнуть. Об этом сообщил санитарный врач города и гость эфира Нурлан Кусаинов. На выходные дни, в субботу и воскресенье, они приостанавливают свою деятельность. То есть все бани, сауны, парикмахерские и так далее. А в остальные будние дни они все продолжают работать. По общественному транспорту вчера мы разговаривали, понял, в четверг Нарош, это департамент представит, у нас транспорт общественный на субботу-воскресенье, как я понял, остается. Этот вопрос решается сейчас именно по Темиртау. Час Акима будет проходить еженедельно, а дате и времени темиртаусов будут оповещать через социальные сети. Светлана Лебедева, Маргарита Ущиповская, новости Темиртау.